Российская армия в этом году получила более 5500 единиц вооружения и военной техники. Кроме танков, самолетов и вертолетов, подводных лодок и кораблей, в войска поступили комплексы управления и аппаратные связи, основной поставщик которых – производственное объединение «Радиозавод имени Попова». Свой профессионализм специалисты предприятия ежегодно подтверждают на внутренних конкурсах профессионального мастерства. В этот раз в финал состязаний вышло более 50 участников. Для каждого из них это шанс повысить свой разряд. Победители представят завод на городских соревнованиях. Там будет сформирована сборная «Омска», которая примет участие уже в федеральном конкурсе. С этого года состязания специалистов стали частью заводской комплексной программы профессионального ориентирования и повышения престижа рабочих профессий. Площадка конкурса профмастерства имеет смысл показать свой потенциал, насколько человек квалифицирован на сегодняшний день, насколько ему нужно еще дальше расти, проявлять себя.